Всем привет, меня зовут Инесса. В этом видео с вами хочу поделиться самыми интересными и популярными блогерами с Инстаграма, которые ведут очень здоровый образ жизни, при этом они занимаются спортом, правильным питанием. Им от 25 лет до 70 лет. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной до конца. Итак, первый блогер — это Соня Некст. Она очень известная, она очень популярная. Сейчас она охватила абсолютно все ниши развития. У нее есть и одежда, она пишет книги, она пробежала несколько марафонов. Она также занимается онлайн-проектами, где она может прокачать вас и ваше тело. Она очень классная, в ее инстаграме около 1 000 000 подписчиков. При этом она остается такой же простой, жизнерадостной девчонкой. А на ее странице вы можете найти очень много полезной информации о том, как начать бегать, как начать правильно питаться, чем сама Соня питается. И при этом у нее есть очень много разных интересных комплексов упражнений, которые она делает в спортзале, и вы можете, смотря на нее, повторять это все. И вы добьетесь такой же шикарной фигуры, как у Сони Некст. Второй инстаблогер — это Мила Гриценко. Это обычная девушка, которая за 5 месяцев скинула 36 килограммов. Это невероятно, но это факт. Конечно, она увлекается различными хирургическими вмешательствами, но при этом она сама прокачала себя, прокачала свое тело. Она очень классно разбирается в различных диетах, в различных детоксах. Она за правильное питание, она за разгрузочные дни и она за кардио. Она очень любит кардио и она советует, что каждый день нужно по 40 минут в день, но обязательно ходить. Мила Гриценко работала с очень многими популярными российскими и украинскими звездами. Она помогала им худеть. Также Мила помогла похудеть очень многим девчонкам. При этом вы можете подписаться на ее сайт. При этом вы можете купить у нее программу всего лишь за 3000 рублей. И Мила будет помогать вам в течение нескольких недель худеть по WhatsApp. Очень классно, очень эффективно. Я ее вообще называю онлайн-хирургом, мне ей даже как-то это написала. Она реально делает просто невероятные перевоплощения девушек, когда живот уходит, целлюлит уходит, руки становятся худее, здесь все худее. Но она очень-очень классная. Третий известный блогер по красоте, по здоровью, как оставаться молодым и красивым без каких-либо хирургических и без каких-либо косметологических инъекций, это Мелан Нет. На своей страничке она делится секретами молодости и красоты, которые взяты практически со всех стран мира, со всех народностей. При этом она показывает и делится с какими-то практиками платно, с какими-то практиками бесплатно. У нее есть свои платные марафоны, где вы точно так же можете увидеть какие-то просто невероятные перевоплощения женщин, когда уходят все отеки, когда они худеют, когда кожа подтягивается. Она показывает очень много разных массажей на лицо, на шею, на спину. В общем, все это вы можете найти на ее страничке в Инстаграме. Итак, четвертый инстаблогер — это Диана. Ей 55 лет, женщина-косметолог, но она за то, чтобы заниматься спортом и правильным питанием. Диана на своей страничке точно так же рассказывает, как вести здоровый образ жизни. При этом она занимается пилоном, чтобы кожа была красивая, фигура была спортивной. При этом она немножко рассказывает про разные массажи, про тибетскую методику на уле. В общем, она очень интересна. Обязательно заходите, вдохновляйтесь ее инстаграмом. И, наверное, самый интересный, самый крутой блогер – это Джоанна. Ей уже 70 лет, и при этом вы можете заметить, насколько у человека изменилась жизнь после того, как она впустила в свою жизнь спорт. Она сама говорит о том, что я, говорит, не думала, что я дойду до такого уровня, до таких вот успехов. При этом ей вот 70 лет, это говорит нам о том, что сколько бы вам лет сейчас не было, всегда можно начать заниматься собой и своим здоровьем. Она настолько показывает это все своим примером. На ее страничке в Инстаграме вы можете найти, где Джоанна с тренером занимается в спортивном тренажерном зале.
и она делится какими-то своими упражнениями. Это очень сильно мотивирует и это очень сильно вдохновляет. Особенно, когда вы посмотрите на ее упругое тело, когда вы посмотрите на ее упругую кожу. Ну, это реально, это просто достойно похвалы. Надеюсь на то, что я немножко заразила вас позитивом, немножко показала вам то, что никогда не нужно отпускать руки, нужно себя мотивировать, нужно заниматься, никогда не надо откладывать это все на потом. Нужно жить сегодня и сейчас, и в данную минуту уже заботиться о себе и о своем здоровье. Всем вам желаю крепкого здоровья, счастья, море улыбок, море позитива. Всем вам хорошего дня, всем хорошего настроения и всем пока-пока.